Сегодня в Барнауле пройдет церемония вручения государственных и краевых наград. В списке больше трех десятков фамилий. Награды за трудовые подвиги получат энергетики, аграрии, медики и педагоги, а также представители спорта. О самых выдающихся жителях Алтайского края расскажем совсем скоро, в 12 часов. На нашем канале смотрите прямую трансляцию с церемонии вручения наград.